Полное описание источника выхода 15-16 серии второго сезона сериала «Гусар». 15-16 серии сериала выйдут в эфир 7 ноября на канале ТНТ. В новых сериях мы увидим, как Митя пытается понять, почему исчезла Катя. Для этого они с Настей отправляются в прошлое, чтобы разыскать гусара и выяснить, что он натворил. Гусар же просто передал бриллиант австрийскому императору. Теперь его миссия выполнена, но вместо того, чтобы пить шнапс с грудей немецких куртизанок, гусар тоскует по Насте так сильно, что даже не реагирует на откровенные подкаты самой австрийской императрицы. Журавлёвы готовятся к свадьбе Насти и гусара с пальбой, мордобитием и всяческой другой анимацией. Неожиданно у них на пороге появляются Редфорд и Дог из новой реальности, которые заставляют Митю перенести в наше время Редфорда из прошлого, а тот требует супероружия, способное изменить ход истории. Гусару с Настей нужно снова придумать, как обгородить коварного англичашку, спасти Журавлёвых, а заодно и весь мир. 15-16 серии сериала выйдут в эфир 7 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.